2003 год, экспедиция к берегам Новой Земли на военном судне гидрографическом «Семиш», поиски на грунте остатков уничтоженного фашистами в 1942 году судов, как печально известного конвоя ТУ-17. Песня памяти этого конвоя, написанная прямо во время этого рейса. Аргумент у меня кончен в споре, злой сиреной пронзительной бой. Для похода в студеное море корабли собирает конвой. И волна раскрывает объятия, и поют, провожают гудки. Это ваши друзья или братья, а молитесь за них моряки. Это ваши друзья или братья, а молитесь за них моряки. Каждый твердо звезду свою верит, только знать никому не дано, кто вернется обратно на берег, кто уйдет на холодное дно. Не дожите до скорой победы, ненадежной мечте вопреки. Это ваши отцы или деды, а молитесь за них моряки. Это ваши отцы или деды, а молитесь за них моряки. Вспомним тех, кто стоит у шкурвала, чтоб погода нелетной была, чтобы бомба суда миновала и торпеда в пути обошла. Отлетают их светлые души, словно чайки в полете легки. Никому не добраться до суши, помолитесь за них, моряки. Никому не добраться до суши, помолитесь за них, моряки. Над водою соленой от горя день полярный горит синевой. Для похода в студеное море корабли собирает конвой. Там грохочут салюты прибоя и намокшие тонут ветки. Это те, кто закрыл вас собою, помолитесь за них, моряки. Это те, кто закрыл вас собою, помолитесь за них, моряки.